Добрый день! Сегодня я хочу рассказать вам, как зарабатывать деньги на спортивных соревнованиях. Делать это я буду на сайте Rubet. Ссылку на сайт вы сможете найти под видео. И для начала нам необходимо заполнить регистрационную форму. На втором шаге регистрации нам необходимо ввести свою фамилию, имя и отчество, дату рождения и номер телефона. Выбираем дату. Номер телефона. На третьей странице регистрации нам необходимо ввести свой email адрес для того, чтобы вы могли восстановить доступ к своему аккаунту. Выбрать валюту, в которую вы будете играть. Я буду играть в американских долларах. И ввести код подтверждения. Вот нас отправило на страницу, главную страницу сайта Rubet. Мы уже зарегистрированы. С левой стороны вы можете заметить большой список различных спортивных соревнований. Футбол, баскетбол, теннис, гандбол. Но для начала нам необходимо пополнить аккаунт. И вам необходимо нажать кнопочку «Сделать депозит» с левой стороны. Нас отправляют на страницу кассы. Здесь есть различные системы пополнения, благодаря которым вы можете пополнить свой счет на данном сайте. Я пользуюсь WebMoney, и поэтому буду показывать вам, как пополнить свой счет благодаря данной системе. Мы нажимаем на кнопочку WebMoney. Перед нами открывается страница с пополнением. Мы выбираем тип кошелька, с которого будем производить платеж. Вводим свой VMID и сумму, на которую мы хотим пополнить свой счет. И нажимаем кнопочку «Оплатить». Нажимаем кнопочку «Оплатить». Через 5 минут нам на аккаунт поступают деньги, на которые вы пополняли свой счет. В моем случае это 73.35. И сейчас я более детально расскажу, как будем зарабатывать деньги на спортивных соревнованиях. Для этого нам необходимо перейти в режим ставок Live. Кнопочку на данный режим вы увидите под логотипом rubet.com. Вот она. Мы нажимаем на кнопку. Нас отправило на страницу спортивных соревнований, которые происходят в данный момент. Вы можете заметить с левой стороны список игр. Это футбол, баскетбол, теннис и лига регби, которые играют сейчас. Я же буду делать ставку на футбол. Я нажимаю плюсик и ищу команду, которая меня интересует. Я вам расскажу два правила, которыми необходимо пользоваться. Первое правило. Это команда, на которую вы ставите, должна иметь коэффициент не выше, чем 1.5. И команда противника должна иметь коэффициент как минимум в 2 раза выше. Я ищу подобные команды. Вот вы видите, играют Хэнан Сити и Ансай Аллилуйя и их коэффициенты. Я нажимаю на это событие. Передо мной открывается страница, на которой написано, что половина матча уже прошла и счет 0-2 в пользу Ансай Аллилуйя. Смотрим коэффициенты и обращаю ваше внимание, что у команды Ансай Аллилуйя коэффициент 1.13. Под первое наше правило подходит, коэффициент не выше, чем 1.5, и смотрим на коэффициент команды противника. Коэффициент команды противника 18. Под второе правило тоже подходит. Замечательно. Мы нажимаем на команду, которую хотим поставить. Тансайн Алюэ. И с правой стороны у нас открывается окошко, в котором мы будем делать ставку. У команды Ансай Алюэ коэффициент 1.13. Я покажу ставки в $10. Сколько я могу заработать. Внизу
произошел подсчет, сколько я получу после победы данной команды. Я заработаю $11.38. Заметьте, мы поставили всего $10, получим $11.38, мы будем в плюсе $1.38. Я делаю ставочку, нажимаю кнопочку «Поставить». Ставка рассматривается. Все, наша ставка принята. С нашего баланса списано $10. Нам необходимо теперь дождаться, пока данное соревнование закончится, и мы увидим результат у себя на балансе. Закончилась вторая половина матча. Мы видим, что на балансе у меня уже $74.73. А это значит, что моя команда победила. Я угадал, на кого ставить, и заработал на этом денег. Одновременно вы можете ставить на несколько событий. Это может быть одновременно и теннис, и футбол, и баскетбол, а может быть просто только футбол. И каждый день можете зарабатывать минимум 50, а то и больше долларов. Спасибо за внимание.